перед тем, как вы узнаете дату выхода серии любимого сериала, хотелось представить вам его небольшое описание. Джеймс и Ги там ворвались на свадьбу ослы. Девушка должна сделать выбор – жизнь брата или нежеланный брак. Но все-таки ослы сдержат слово, данное Ферхату, и не расскажут брату, как на самом деле обстоят дела. Ослы очень тяжело, ей приходится в доме Ферхата, и к тому же притворяться перед этой ненавистью и семьей тоже трудно. На Намыка и Этер производит большое впечатление встреча с Игитом. Но Намык не позволит Етер подойти к сыну, которого она давно не видела и истосковалась по нему. В поисках ноутбука Джуйнет сталкивается с Ферхатом, ему предстоит сделать нелегкий выбор. Посмотреть четвертую серию турецкого сериала «Черно-белая любовь» вы сможете после 6 ноября.